Вообще классно, когда в команде есть такая хорошая атмосфера и уважительное отношение к сотрудникам. Чем уважительнее ты к ним относишься, тем больше у тебя вероятность привлечь хороших сотрудников, привлечь звезд. То есть вообще лучший менеджер, он должен собрать все ресурсы, спросить у людей, кому что нравится делать, как работать, и дать им эту работу, либо поставить их на нужные места. То есть, кому нравится заполнять отчеты, пусть заполняет отчеты. Кому нравится звонить, пусть звонит. Кому продавать, тот пусть продает. Вот, всегда есть еще в команде топовый менеджер, либо звезды. Но звезды это такие люди, которые, если вот им не интересно работать, вот сам процесс им не нравится, то все, звезды нет, он уходит в другую компанию, либо открывает свою фирму. Поэтому это не такие, как, можно сказать, там, духовные проститутки, которые продают там время за деньги, да, как менеджер. А они работают из-за интереса. То есть та же работа, те же отчеты, но другая работа. Если им что-то не нравится, то они уходят быстро. Поэтому нужно держать хорошую атмосферу в коллективе, чтобы сотрудники не уходили.